Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с новой компанией GoFund Rewards. Как она работает? Когда вы получите свою реферальную ссылку от спонсора, вы можете зайти на сайт и ознакомиться полностью. Если вы работаете еще и в Google Chrome, переводит моментально на русский язык, достаточно все понятно переводится, хорошо. Вы увидите, с чем компания работает, какие ее планы, как она будет работать вот в этом разделе. Вы можете прочитать, какие бонусы предоставляются, главные бонусы, презентации. Ну, в общем, все необходимое, с чего я начинала, когда сама знакомилась с этой компанией. Также на сайте есть компенсационный план, но он на английском языке. Сейчас. Так, вот он. А, здесь можно скачать компенсационный план на английском языке. А здесь его посмотреть. Также уже существует на русском, но его нету на самом сайте. На сайте только на английском языке. Если вы еще не зарегистрированы, заходите регистрироваться. Заполняется очень легко. Ваше имя, фамилия, телефон, e-mail, ваше имя пользователя. Дважды указываете пароль, указываете код, как вам войти, и вы зарегистрированы. В дальнейшем вы заходите, указываете уже свой логин, свой пароль, указываете код, чтобы зайти, и вот вы уже на главной странице. Главная страница сразу показывает все новости последние, которые были в компании. Прокручиваете вниз, нажимаете «Да, вы согласны». И что мы видим на первой странице уже в нашем бэк-офисе? Это ваши данные, ваш статус, ваша реферальная ссылка и спонсор, и как со спонсором выйти на связь. Самое главное, что рекомендует компания, это нажать вот сюда и зарегистрироваться на подписку о рассылке, которая будет вам сообщать о всех новостях, которые происходят в компании. Пишите имя и свой email. Регистрируйтесь. Так как мне не нужно, я уже это не делаю. Что еще на этой странице? На этой странице уже показано время вашей квалификации, когда вам в следующий раз уже необходимо подать объявление. Вот у меня стоит, я сейчас же и буду подавать, потому что мне уже нужно. И как это делать? Как мы делали все нашей любимой компании. Здесь происходит практически то же самое. Единственное, что нет газет, их надо, у кого есть, вот как я была зарегистрирована, я использую. Это она очень легкая газета. Я выбираю товары на продажу. Выбираю разные товары, например, сейчас. Выбираю любую страну, которая мне интересна.
объявление, возвращаемся. Это колонка, где мы должны разместить, как дать отчет о проделанной нашей работе на сегодняшний день. Копируем, куда мы именно подали. Выбираем, что нам необходимо, и предоставляем. У меня изменилось время, но не изменилась дата. Значит, мне нужно еще попозже будет дать объявление, потому что не изменилось на завтрашний день. Но это зависит от того, что у нас разные часовые полюса. Мои бонусы. Компания неделю уже практически как начала выплачивать, начала работать. Здесь показаны мои уже действия, куда я раздала свои лайф-доллары и какие мне уже начислили. Карточки у меня на данный момент нет, но здесь также отчет за то, что я отдала. И здесь начисления идут каждый день, мы их видим, какие у нас есть. А также, что я еще хотела показать вам здесь. Вот здесь мы указываем тот процент на день, который мы хотим, чтобы он реинвестировался, или же выводить деньги. Я уже попробовала один раз, поставила на 10%, и они у меня появились в финансах, в моем кошельке, вот там 0,33 копейки. Что нужно будет для вывода? Для вывода денег необходимо будет заполнить вот эту графу со всеми вашими данными, необходимыми для этого. Вы все заполняете и выбираете тот платеж, ту платежную систему, на которую бы вы хотели отправить ваши деньги. Pauto, Payza и Solid Trustail. Также здесь набираете код, чтобы сохранились все ваши данные. Как приобретаются пакеты и какой статус вы хотели бы выбрать. Есть графа «Установка аккаунта обновления». И здесь выбираете, например, если вы хотите на бесплатном статусе, ну вообще для ознакомления, кто первый раз на сайте, я бы порекомендовала просмотреть все статусы, которые предлагает компания, и что за это она будет платить. Вот, например, на бесплатной партнерской уровне, сколько процентов, но лучше это ознакомиться еще с компенсационным планом, полностью посмотреть, сравнить, на каком бы вы хотели вот серебряный статус, что он предлагает. Ну, конечно же, самый хороший это алмазный, он стоит $100 в месяц. Вот, это вы уже выбираете по своему усмотрению. Пакеты. Что нам нужно? Если вы не хотите приобретать, ставите здесь галочку. И здесь вы также указываете тот пакет, который бы вы хотели. Это нужно для туристического портала, да, компании. Кому бы вы хотели предложить, чтобы пользовались. И эти ваши деньги, они сразу, когда вы их отдадите, они перейдут к вам на статус. Когда вы выбрали необходимое вам, что вам подходит, как бы вы хотели работать, например, серебряного начать, как я начинала, и вот пакет я взяла за $150, вы опускаетесь вниз, нажимаете на эту кнопку и переходите в варианты оплаты, которые предоставляют на сегодняшний день. Что можно сделать? Вот здесь предлагается, ну, это, скорее всего, лучше для американцев, они им подходят, сделать это банковским чеком или денежным переводом. Они это используют. Я же выбрала для себя оплату с Payza, но сейчас она как она делается через вот этот документ. Сейчас пока загрузится. Оформляется вот этот документ, он распечатывается, или же, если вы можете, вы пишете здесь, он также скачивается. Здесь есть функции, чтобы скачать, чтобы распечатать. Указываете свое имя, все свои данные,
потом, что какой пакет вы, допустим, выбрали, обводите кружком, и указано тот адрес Пейзы, на который бы вы хотели, ну, на который нужно необходимо отправить перевод, сделать, или Solitrustay, тоже адрес, на который необходимо перевести деньги. Я так и сделала, это еще до момента официального открытия компании, который состоялся 15 октября. Когда будут зачислены ваши деньги в офис, вы, в бонусах вы их увидите, их необходимо будет раздать. Ну, что для этого нужно? Заходим в управление подарками. У вас будут такие вот две ссылки, где вы раздаете или Live доллары, или клубные карты Live стиль. Что они нам дают? Первое, где вы раздаете Live доллары, это такая ссылочка приводит. Вот на такую страницу. Здесь указано, что вы предлагаете, например, там 200 долларов, но у каждого будет свое. Человек регистрируется здесь. Как он только зарегистрировался и стал клиентом компании, скорее всего, даже вашим клиентом, у вас сразу ваши деньги переходят уже непосредственно на комиссии, с которых у вас уже и будут начисляться каждодневные бонусы. А вторая ссылочка, когда вы раздаете клубные карты, она представляет собой немножко интернет долго работает. Здесь также все описывается о компании и клиентам, которому вы подарили, он может уже ознакомиться, что он может для себя приобрести, что он может интересного использовать для себя. Пока загружается эта страница, я покажу, что уже начал работать аукцион, так же, как и в нашей знакомой любимой компании. Регистрируется все уже, люди уже выигрывают, уже работают, делают ставки. Это портал аукцион, который предлагает компания. А вот это вот как раз туристический портал, куда вы клубную карту, если подарите человеку, и он может уже здесь зарегистрироваться, пользоваться, выбирать себе направление, которые ему не интересны, где бы он хотел отдохнуть, выбирает качество товара, качество и цену, то есть предлагают курорты, что они, какая стоимость и что входит именно в этот курорт. Заходить сюда можно будет только через вот эти номер доступа и пин-код, который будет. Открывается страничка, жалко. Этот номер доступа и пин-код дается тогда, когда вы раздаете вот по этой ссылке клубную карту. Как вы только раздали клубную карту, у вас тоже зачисляются сразу на бонусы. И здесь вы уже смотрите, что да, к вам пришло. И на что вы можете рассчитывать, какие комиссионные, какие будут каждый день у вас. Ну, в принципе, это самое главное на сегодня. Компания каждый день что-то добавляет, новое, потому что только неделю назад начали бонусы начислять. Компания совершенно новая, все у нас впереди, в России мало в ней работают. По Казахстану вообще, тем более моему любимому. Так что приглашаю вас к сотрудничеству.
Всего доброго.